Всем привет! Мы рады вас приветствовать на нашем канале, на канале коллекционеров и любителей кукол Club Surprise. Мы сегодня с Машенькой распаковываем новые шарики. И Машенька рядом со мной. Всем привет! Привет! И мы с Машенькой сегодня распаковываем So Mini Club Surprise, маленькие шарики. И у куколок на голове тоже есть шарики. В них есть сюрпризы. И у нас таких шариков еще не было. Машек, распаковываем? Ну да. Какой выбираешь первым? Вот этот. Вот этот, да? Хорошо, этот в стороночку. Берем весы. Берем весы. Трым-пым-пым. Так, пупсик мой дорогой. Ставим. 129,17 вес шарика. Так, Машек, весы в сторонку. Да. Пока они нам не нужны, будем распаковывать быстренько нашу красоту. Машек, где наше облако? Вот оно. Благодарю, дорогая. Итак, открываем. Такой шарик мы еще никогда не открывали. Это у нас первая наша. Да. Наш опыт. Так. Какая красивая здесь девочка есть. Тоже такая розово-голубая упаковочка симпатичная. Интересненько, что же там нам попадется? Какая нам девочка попадется? Не знаешь, может, у меня не слушается мое облако. Так, что ж, о, розовенькая. Да, розовенькая. Какой интересненький шаричек. Так, тут уже есть подставочка, какие-то дырочки. Оп-оп-оп. Так, давай посмотрим серию, Машек. Серия, кстати, девочки, как бы из предыдущих серий. Ну, я не знаю, зачем они сделали. Да, вот такая хопсик. Я могу показать, кто мой любимый. Кто? Вот это и вот это. Покажи еще вот, вот это, да? Да. Вот это. У нас такая вот есть это, девочка. Да. И вот это мне нравится. У нас эти девочки все есть, только они из этой серии, из предыдущих серий. Вот, а я мечтаю об этой девочке. Об какой? Вот это. Угу. Она очень симпатичная. Так, Машек, ну давай посмотрим, что нам попадется. Прикольный. Интересно открывать эти шарики. Ну, давай посмотрим. Так, что у нас тутошки есть? Так, что у нас тут? У кого упаковка? Ого! Ого! Это просто гигантский пакет! Гигантский! А, у меня же тут шарики на голове. Ну, давай посмотрим, что у нас тут попадется, Машек. У нас такой... Я такая знаю. Повязочка. Сейчас посмотрим, что это, да? Я тоже не знаю. Я не знаю. Вот такие симпатичненькие голубенькие туфельки с белым и черным бантиком. Так, что это у нас? Я не знаю, что это. Это какие-то хвостики или что это такое? Это будет вставляться в голову вместо этих шариков. Хвостики такие. Так, что у нас тут? У нас бутылочка. Симпатичная такая перламутровая, голубой и черный. И у нас латишко. Маша, это не моя девочка случайно? О которой я так мечтала. Посмотрим. Это она, Машик, да. Это она. Класс. Класс, класс, класс. Давай открывать. У нас есть ножнички. Аккуратненько. Разрезаем пакетик. И. Вау, Маша, какая красота. Она хорошенькая, у нее такие чулочки. Ну, опять-таки, могли бы нарисовать ребенку трусики, топик. Ну, как же приятно, когда ребенок одетый. Ну, но он же очень мило, а не вот это. Прям такое. Это только облачки в полосочке. Да, могли бы нарисовать. Ну, что, краски жалко или что? Ну, что ж такое-то? Им все время
Они вот это такие милые куколки, когда у них это топики, трусики. Ну, прелесть же. Вот так выглядит наша красоточка. Давай сразу туфельки оденем. Давай. А то что это у нее? Шарики нога. Как их, Машек, снимать? Ты не знаешь? Просто нет, вынимаем. Нет. Опа, вот так вынимается шарик. И это надо распаковать. Опа, а вынимается. Да, мы сейчас с тобой аккуратненько. А ей вставляется в голову вот это. Имитация. Так, ее волос. Такая симпатяга получилась. Ух, красоточка. И вот это да. У нее такой черненький ободочек. Черный ободочек. Класс. Очень хорошенькая девочка. Так я не мечтала. Я правда хотела еще с первой серии. Но, может быть, когда-нибудь мы еще найдем еще из первой серии. Вот такая у нас девочка получилась. Так, Машек. Так, стой, не падай. Так, давай облачко. И мы посмотрим, что у нас там. Да. Да, еще там, ждет. Наверное, такая же маленькая-маленькая. А я не знаю, что там, Маша. Либо я не знаю, кто там. Наверное, ее подружка маленькая. Надо аккуратненько разрезать, потому что... Жалко. Да, хочется потом еще заклеить. Так, опа, аккуратненько. Опа. Вот это, наверное, так, ее... давай смотреть. Опа, такая маленькая. Что там у нас? Так, так, что-то тут аксессуар какой-то у нее есть. Так, это как книжечка. Такая книжечка у нее. Ну, такой себе аксессуарчик, книжечка. Ну, ладно, она. И есть другой. Вот такой и другой, да, что у нас здесь было? То же самое, да? Да, надеюсь, там другие уже. Ну, там какой-то, конечно, другой. Да, наверное, и одна девочка, и один вот эта книжечка, наверное. Не знаю, Зайка. Ну, наверное, да. Давай как-то, опа. Аккуратненько. Так, Машек. Еще сюрприз. Наверное, там что-то. Не знаю, что там, что там есть. Там чашечка. Чашечка. Вот такая спящая чашечка. Вот такая красота у нас. Так, это мы все убираем в сторонку. И, ой, девчонка, так это нам мусор, не надо. Это сюда, а мы будем сейчас распаковывать следующий шарик. Так, Машек, берем весы. Да, берем. Нолики сейчас будут. Угу. Не все знаешь. 137,42 вес этого шарика. Так, открывать будем. Так, убираем весы, Машек. И распаковываем наше добро. Так, наше облачко. Повеселее. Тоже розовый шарик. Интересно, а все шарики розовые? Так. Наверное, разных цветов. Наверное. Так, хорошо. Чуть-чуть не дожали. Вот так, отлично. Так, розы. Наши добавим на пол. Открываем, открываем. Что же там неизвестно? Так, тоже открытым. Так. Это нам не надо. Это все в мусор. Давай сразу начнем с чего-то интересного. Что-то тут такое маленькое совсем. Машек. Значит, поди доберись до него. Тут маленькая сосочка. Маленькая желтая сосочка. Так, Машек. Так, это сюда. Здесь у нас что? Олега. У-ху, это Хопсик. У нас сегодня с тобой, Маша, две очень красивые куколки. Я не знаю, одни из самых моих любимых. Бутылочка оранжевая с розовеньким. Что у нас тут, Машек? А тут у него кедики с такими носочками. Высокие.
Так. Что у нас тут? Ага, шарики. И тяжелые у нее волосы. Очень тяжелый. И гигантский просто, гигантский пакет. Он больше моей ладони. Обалдеть можно. Так, ножнички. Чик-чик-чик. И хопси. Как она хорошенькая. Красоточка вот такая наша. Обожаю эту девочку. Очень красивая, хорошенькая девочка. Опять-таки не хватает ей. Не хватает ей плавочек. Могли бы одеть, конечно, нарисовать. Так, костюмчик быстро одевай свой. Будешь у нас красоточкой. Такая она очаровательная. Так, 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 так. Ой, что-то тут плохо прорезали они костюмчик. Ладно, давай попробуем с этой руки начать. Что такое? Так, провлезла. Плохо прорезано здесь, он залипло. Ну, ничего страшного. Хотя бы влезла ручка. Так, красота. Так, где наши ботиночки? Оп, оп, оп. А, вот она наша красоточка Хопсик. И ей можно дать соску. Да. Ням-ням-ням. Такая малышка хорошенькая. Так, становись, дорогая моя. Будешь стоять с нашей подруженцей. Так, это мы убираем. Так, шарики погнали дальше. Ну, какие-то аксессуарчики. Видишь, тут только аксессуарчики. Нет, малышек тут нету. А то написано на шарике, что там девочка еще с бутылочкой. Может, у какой-то? Так, вот видишь, кстати, а здесь другой немножко шарик, здесь, ну, да, здесь с этим розовый. У нас был розовенький, помните, с этим, а здесь, нет, это, видимо, из этой серии эта девочка, Хопсик была в этой серии. Так, открываем, что, а, у Маши, смотри, класс, ей мяч попался, да. Мяч баскетбольный, крутой, юху. Вот это добро, вот это я понимаю. Наверное, куколка. Не знаю, что тут вот еще у нее есть. Так, вроде раскрыли. Давай. Еще чуть-чуть. Что же там попадется, не говори, Машек. Надеюсь, девочка. Нет, Машек, что-то другое. Тут у нее ручка, типа болельщика. У-ху! Вот такие у нас аксессуарчики у Хопсика. Ну, тоже прикольные, очень даже симпатичные. Очень классные эти шарики. Их можно потом обратно заклеить и будет как будто бы у них и свой маленький Low Surprise есть. Классно? Да. Очень симпатичная идея была с этими шариками. Она не мешает. То, что тут волосики не так, оно не сильно, оно и заметно. Ну, но да. Прикольно. Ну что, Машулечка, вот так нам сегодня с тобой повезло. Считаю, что нам попали самые красивые девочки этой серии. У нас многие девочки из этой серии есть, но... А эти, об этом я просто мечтала. Ну, а Хопсика мы просто обожаем. Вот такая с вами получилась сегодня чудесная распаковочка. Очень хорошая, везучая. Очень много, конечно, бумажек, мусора от этих девчонок. Но ничего, они того стоят. Очень красивые девочки. Да? Да. Да. И напоминаю вам, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал. У нас всегда очень много распаковок. Не забывайте заглядывать к нам в Инстаграм. И ставьте лайк нашим девочкам, они того заслужат. Очень красивые девчонки нам попались сегодня, считаю, что прямо одни из лучших. Ну, а мы с вами прощаемся, да, Маша? Да, и колокольчик, чтобы зазвенел. Да, не забывайте ставить колокольчик, напоминание о нашем новом видео. И до новых встреч, совсем-совсем скоро, всем пока! Пока-пока!